Руки за спину, Егор! Руки за спину, сказал! Скажите, пожалуйста, вы верификацию проходили, когда работали с куратором? Подтверждали как-то свою личность? Да, да. Мы, когда еще начали только работать, сразу нам сказали, ну, точнее, пока еще не начали даже. Первое, что нужно было сделать, это снять свое лицо в реальном времени, то есть, и отправить ему с паспортом, держа в руке. Вы действовали согласно инструкции куратора? Да, да. Куратор вам с вами проводил инструктажи, как правильно подходить к месту преступления, как забирать денежные? Я думал, что вот за это меня тоже точно никто не найдет, никто не накажет, но как оказалось, что без вариантов. Забирал денежные средства у пожилых бабушек. Хочу обратиться к ребятам, которые хотят заработать легкий денег. Лучше не стоит, это ведет за собой последствия, и лучше этого не стоит делать.